Ну, Володя на работу. А за ним приехал Дыбунов Игорь. Сегодня 18 октября 2019 года, пятница. Весь инструмент берет, болгарку там разное. Все, что есть, Господь благослови. Да благословит Господь вас. Вот это я здесь сопровождаю. Здорово, были. Мир вам. Ну-ка. Здорово, живите. Здорово. Здорово, живите. Тебе приносили, привозили все вчера продукты, картошку. А у меня есть картошка. У меня хороший урожай прям. Не понял. Я говорю, хороший урожай уродился. Да. Хранить, Устиновы, говорят, у вас лучше. Нет, это, картошку решили там они по-другому, что Давид будет подвозить сам. А эти солености всякие. Ну, много, да, хорошо. Они хотели ко мне, я приготовился, они говорят, ну, что-то не знаю, там, замерзает у нас или еще, действительно замерзает. Ну, там у них это, жидкое все такое, если бы замерзнет, раз банки лопнут, и все, вам зачем это тут надо? И потом вытаскивать. Тебе не будут картошку завозить они, нет? Картошку Давид будет. Давид? Там, да, подвозить. А сам. Как он подвозить будет? А он будет возить же своим девчатам. Ну ладно. И заодно им будет привозить. Баба говорит, с воздуха были легче. Ну а у нас солености все вот эти вот. Ну, леча там, огурчики, ну, ладно, 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 ладно. Такое. Пусть у тебя собачки-то какие. О! Да, это Джесси, а это карамелька голубоглазая. Ой-ой-ой. Они нас охранять сейчас будут. А в голодное время бы съел ее слаще карамельки. Корейцы-то их едят с луком. Этот, в этом, в Ленинграде некоторые люди хранили своих собачек и кормили вот это, с хлебушком. Когда увидели, как привезли кошек, у одних котенок катилось на окне, на прохожем все останавливались и смотрели, всех кошек поели, крыс, все. Все поели, да. Ну давайте, с Богом. С Богом. Вот за этих собачек-то вся сыр-бор. Что? Ну что, собачки? Да, давай, жирные, я вижу они у тебя. Жирные. Давайте. С Богом. С Богом. Пошел. Пошел, пошел. Вон они сидят. О! Ну вот так. Что-то дали им поесть, что-то или еще? Что-то дали, приносят тут иногда. Кошечки маленькие. Вот они, я их кормлю каждый день. 2-4. Кошка, 2 котенка, еще одна пришла. И свои 6. Вот оно, все как у нас тут. О, ветер-то с дождиком. Да дождик-то то не сильный. Я закрываю рукой, чтобы пройти. Вот оно где. Калина у нас шикарная. Смотри, сколько калины. Будем брать, что делать, пока не знаем. Вот лестница новая на ту легла, на старую. И теперь, можно сказать, безопасно. Вот утро раннее. Вот она моя красота. Крохотульки, красотульки. О, вот они где. Ну все, слава Богу. Издалека, как видать, вот этот вишня, качели. Елка шикарная. Вот они едят. Это им Володя, видно, дал в чашку. Вот они тут едят. Иди скорее. А там мамка их идет, черненькая. Иди скорее, ешь, ешь, иди, ешь, иди. Мордашка твоя, ну-ка. А где ты так это запачкалась? Ой. А эти-то вот они где едят. Ишь, какие едят. Это посторонние, не боятся. Ну. Вот они у меня как.
Ой, какие хорошенькие. В избе 6 штук. 3 чернявых. Красота. Вот она, четвертая. Тут 4 получается. 6 за 4, 10. Ровно 10. Ну, еще 10. В прошлом году также прокормили. Ну, вот все. Кучами везде ветер нагнал. Листья. Тазик еще с водой не застывает.